Вот, Ир, камера эта. Ну, это первая версия, сейчас вторая уже. А она снимает или нет? Так, снимает. Я тогда вот так вот поверну. Это первое видео, которое снимает Ира, как блогер. Это... А что снимать-то тоже такое? Я снимаю. Я Ира, там, привет. Смотрите, я, если честно, дебил на камере. Я как только на меня поворачивается... А вы нормулёк, смотрите, какие живые, а? Мы собрались по поводу Нового года, по поводу моего дня рождения. Отмечаем. У меня есть подарки. Вот я могу показать их. Вот подарки. Вот видите, вот такой классный подарок, да? Вообще здорово. Там... Ну, ты покажи, что это такое. Покажу, что это такое. Примерь-ка ну, теперь, давай, а? Хорошо. Я покажу. Смотрите. Интрига. Для тех, кто не знает эту марку, единственный косяк, это что интрига. Не показывается, что снимается с другой стороны. Сейчас покажу, что там находится. Я не знаю, попадает там голова Миши или не попадает. Вот эта вот вещь ценна как минимум тем, что вы такую не закажете на AliExpress. И даже китайскую подделку вы не закажете. Так вот, что же мы здесь видим? Короче, мы здесь там видим стетоскоп, стереоскоп. Это вот такая штука. Здесь дырки для глаз. Не обязательно так близко это делать. А я хочу, что уж тут. Да? Мне доверили камеру. Я как хочу, так и верчу. Ну, вы понимаете, это первая съемка Иры. Не, было бы хуже, если бы я периодически делал так. Вот, это стереофотография. Мы можем, вот сидя в Черноголовке, внук-внук в кафе, можем взять и побывать в усадьбе Архангельская. Вот так вот делаем и смотрим. И о чудный стереомир. Увидим 3D-картинку без всяких гаджетов, без электричества. Мы видим замечательно, вот прямо как на самом деле, как будто мы находимся летом в Архангельске. Это очень интересно. Очень экономит деньги на путешествия. Да, очень экономит деньги на путешествия. Ну, собственно, я благодарен друзьям за такой подарок. Это замечательный подарок. Кстати, прикольно. Стереоскоп. В принципе, ну, это доступно всем, каждый может себе позволить. А мне вот интересно, Рома сам... Между прочим, это действительно очень хороший подарок. Сам моделировал. Не-не-не, вот это выжигает саму надпись. Ну, это все полностью ручная работа. Конечно, это плоттер делает. И плоттер, вырезает. Ручная работа на плоттере. Там еще замечательно обскользь тоже в этой штуке. На самом-то деле, куда еще можно? Здесь почему прозрачный верх не выдвигается? Можно вот так вот вставлять. Который не будет. Можно смотреть. Можно смотреть весь картфорд, который не будет. Да, можно вот даже, как? Наверное, стереокино смотреть. Я даже Михаил, Эврика, руками Романа Шмидта собранная. Да, и еще, я лично знаком с Ромой Шмидтом, и мне особо приятно, то есть как бы в этом подарке, помимо того, что мне его подарил Вова с Наташей, с Олей. Извините, это она придумала, в общем-то, и организовала. Да, она просто не попадала в кадр, вот сейчас я хочу. Оля, конечно же, тоже. Но еще, это же разработка Романа Шмидта, он вообще эту тему стереофотографии сейчас популяризирует. И мне приятно, что я с ним знаком. И то есть в этом подарке и частичка его души тоже есть. Вот, по-моему, это просто прекрасно. Я ухожу в виртуальный мир стереофотографии. Вот, правильно. Я не продала. Сказала, что я сама. Не запугали.